И понимаете, что я вам хочу сказать? Никто, никто не должен это нарушить. Мы с тобой должны вот так лететь, чтобы была трасса, чтобы был великолепный Флобер. Понимаете, Флобер, он тоже говорит так же, как и Элвис, так же, как и я должен говорить на своем канале, как говорит мой канал. Он говорит, все в порядке, все хорошо, все в порядке, мама. И да будет это незыблемо, чтобы никто никогда ни меня, ни тебя ни в чем не обвинил, не припечатал. Все вот это, вся эта мерзость, чтобы она, короче говоря, не касалась вот этого состояния, которое абсолютно божественное. Оно как вот, когда читаешь вот древнегреческие мифы, вот мне с самого раннего детства, я думаю, что тебе тоже от них веяло таким вот. Как-то я видел вот этот свет, свет вот как вот живут боги на Олимпе, понимаете? А кто сказал, что мы не должны так жить? Кто это сказал? Вот, кстати говоря, вот этот святой источник, а там был вот тут поворот на Мелехово, как раз таки. Там вот была заброшенная, заброшенный пионерский лагерь. Он там, собственно говоря, и есть. Так, аккуратно. Ой, ё-моё, мне же надо было свернуть раньше. Ну, а надеюсь, тут камер не будет. Аккуратно. Нарушаем аккуратно. Вот, ребятушки, так что... Это я и вообще, что касается, это тоже вам как бы так на заметочку такой метод, что, ну вот, когда говорят, чтобы иметь успех, нужно быть, соблюдать образ успеха, это, конечно, я вот не люблю все эти, значит, тренинги успешных людей, вот это я все не люблю, потому что я считаю, успешность человека, она исходит изнутри. И она вообще вторична. Главное просто быть тем, кто ты есть. И если нужно, то это будет иметь успех. Но говорят, что чтобы иметь успех, нужно соблюдать образ успеха. То есть вообще все есть образ. Все есть некая душа, которая внутри, которая совершенно не измеряется мыслью. Абсолютно. Мыслью не измеряется. То есть все... происходит по такому закону, что это какая-то сфера. Вот сфера, внутри которой ты есть, которой ты сам есть. Понимаете? И эта сфера и есть правда. Поэтому если ты живешь по образу и подобию божеств с Олимпа, то так оно и есть. Это никаким образом никогда не может быть аморально. Вообще, я считаю, что аморально исключительно ханжество. Ханжество. Ну, у всех людей есть пенис и клитор. У всех. Нет. Они начинают там, блин, бичевать там и так далее. Кого-то линчевать. Знаете, что я вам скажу? Есть Дэвид Линч. Ну, а также историческое, конечно, такое. Тоже американское явление, как суд Линча, но люди любят судить. Но не людям судить ни меня, ни тебя. Надо жить как Бог. Только это является правильным, только это является умным, продуктивным, достойным, интересным и так далее и тому подобное.